Дни культуры Чувашской республики в иностранных государствах. Мультижанровый онлайн-марафон под таким названием объединит Чувашей и друзей нашего народа по всему миру. В марафоне участвуют чувашские диаспоры из разных регионов России и других стран – Эстонии, США, Турции, Испании и Кипра. 24 тематических блока символизируют 24 часовых пояса Земли. Каждый блок программы посвящен одной чувашской руне. Смысл каждой объясняется с помощью сюжетов, интервью, видеороликов. Дело в том, что были запланированы ряд мероприятий в иностранных государствах в этом году. Но, к сожалению, пандемия коронавируса внесла свои коррективы. И, естественно, многие мероприятия отменились. Но захотелось объединить всех людей, которые причастны, знают Чувашию, по-доброму к ней относятся, в один определенный проект. Во время трансляции каждый подключившийся сможет увидеть концертные номера, услышать рассказы наших земляков о жизни в других странах и задать свои вопросы. Ольга Семенова, Игорь Зверев, Республика.